Мое видение – благодарная ода Дигесту Тиньши. В нашей семье отношение к нему отличное. Дети говорят, с ним комфортно и рассовывают его по карманам. Это стабильно, улыбаемся мы, принимая его много лет. Это регулярно, радуются наши старики. Вы же понимаете, о чем я. Но здесь не хватает самого громкого голоса. Маленькой Дали, с ним не больно. Грудные дети не корчатся и не кричат от страшных болей в животике, если их мама регулярно во время кормления грудью после приема пищи принимает Дигест. Так делала наша дочь по рекомендации очень умного врача-гинеколога. Как награда – теплый мягкий животик и счастливая улыбка. И никаких мучений. Дорогие мамы, защитите своих малышей от страшных мух во время кормления грудью. Решение есть. И имя этого решения – Дигест корпорации Тиньши. А благодарная улыбка ваших малышей – лучшая награда за вашу мудрость. Дигест Тиньши – это мягкие животики. И никаких голиков. С вами была Вера Брустина.